В Москве глава Якутии Егор Борисов встретился с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым. Разговор шел о перспективах и проблемах развития инфраструктуры связи в республике. Среди прочих тем Егор Борисов обратил внимание на вопрос сохранения банковской инфраструктуры в северных районах. Как известно, многие банки уходят с северных территорий из-за нерентабельности. Даже в райцентрах можно наблюдать очереди в банковских учреждениях. Поэтому руководство республики обратилось к Николаю Никифорову с просьбой о содействии в открытии банковских окон в почтовых отделениях во всех районных центрах республики. В свою очередь, министр связи страны с пониманием отнесся к этому предложению и заверил, что вопрос оказания содействия по предоставлению банковских услуг в рамках проекта «Почта Банк» в 2018 году во всех районных центрах Якутии будет тщательно проработан. Кроме того, речь шла о развитии высокотехнологичных услуг в республике. Сегодня, как отметил глава республики, люди уже почувствовали вкус таких услуг высокотехнологичных в центре республики, да, уже на западе, на юге. И потому и наши северные районы также хотят такой же скоростной качественной связи. И потому потребность в таких услугах, она все выше и выше. Я думаю, что в этом году тенденция к более высоким позициям есть.